Летние Олимпийские игры Рио 2016. С 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке. Вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико. И первые с 2000 года, проходящие в Южном полушарии. Олимпийские награды. Долгожданные победы. Борьба и накал страстей. Все это вы увидите на общественном Первом канале и на канале КТРК «Спорт». Генеральный спонсор показа – мобильный оператор «Мегаком». «Мегаком» – надежный оператор связи.